Приветствую вас. Смотрите, человека забыть нельзя, потому что это память, из памяти нельзя убрать то, что в нее вошло. Опустить человека, именно вот опустить человека, ну, мешает, как правило, потребность в нем человека. То есть можно вот так вот с некоторой уверенностью сказать, что отпустить не получается только в том случае и тогда, когда с человеком связаны определенные желания. Определенные желания, определенные потребности. Вот. И в этом случае при данных обстоятельствах отпустить человека, ну, не получается. Вот. Ну, соответственно, не нужно много времени, чтобы понять, да, что именно на желание, именно на, условно говоря, такие вот потребности, и нужно обратить внимание. То есть, что удерживает человек? Что удерживает вас? В чем вы нуждаетесь? В контексте человека. Чего вам не хватает в контексте человека? Это важно. Крайне важный момент. Потому что только так можно получить возможность его отпустить. По-другому нет. Только так. Понять, что за потребность и, условно говоря, потребности в чем лежат в основе того, что я не могу отпустить человека. Порой в дело вступают не только потребности, но и то, что представляем из себя мы сами. То есть нас может задевать то, что человек ушел. Нам может быть больно от того, что человек ушел. Мы можем начать хуже думать о себе от того, что человек ушел. Вариантов, как вы понимаете, множество. Вариантов много. И по большому счету
не все варианты очевидны. Совершенно. Совершенно, совершенно. Это далеко, далеко не все варианты очевидны. О, вот. Поэтому задача здесь в том, чтобы понять, как именно задевает, ну, задевает вас тот факт, что человек, например, больше не с вами. Как это затрагивает ваши, ну, ваши чувства, ваше представление о себе, как это в целом затрагивает вас. Дальше следует взятие личной ответственности на себя за то, что, ну, за то, что происходит. То есть дальше следует принятие на себя личной ответственности за свои желания. То есть разрыв связи между человеком и, условно говоря, вам. Потому что сейчас вам для успешного существования необходим человек, именно поэтому вы не можете его забыть, потому что он вам нужен именно для существования. Без него вы не можете существовать. Вот. Ну, без человека. Вы не можете существовать без человека. Вот. Вам нужно поработать, скажем так, над своей автономностью. То есть, чтобы вы были автономны. Более автономны, чем, ну, чем сейчас. Вот. Это, на мой взгляд, ваша основная задача, на которую вы, ну, на которую вам нужно обратить свое внимание. И когда и если вы это сделаете, то ситуация будет разрешаться потихонечку, постепенно разрешаться. Я не скажу, что она разрешится сразу, это было бы неправда, но она разрешится постепенно, так или иначе. Главное вам понять, что забыть человека невозможно, а отпустить нельзя, пока вы в чем-то нуждаетесь, потому что ваши желания все-таки они превыше всего, и вы будете снова и снова возвращаться к человеку, пока не возьмете ответственность, да, на себя за то, чего вы хотите. И тогда ситуация нормализуется. Вот.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.